Раньше была маленькая площадка, сейчас очень большая. Она очень отличается от старой. Она стала больше, и она стала собирать больше народу. Все проголосовали за этот сквер, и прям красиво стало. Много народу. Появились какие-то новые вот это виды батутов, развлечений для детей. Я смотрю, они тут вообще просто не выходят. Технологичная, современная. Больше нравится современность. Именно создали такую площадку для детей, в которой каждый ребенок находит себе то, что ему интересно. Турники здесь хорошие, заниматься можно. Сразу все отметили, новые дорожки, покрытие очень хорошее, мягкое. У нас и так в последнее время появляется все больше и больше различных развлечений для детишек. Но вот эта площадка, тем более перед такой замечательной школой, просто класс. Спасибо.